Ладно. Я подержу. Давайте. Я подопру. Прости. Вы там в порядке? Да. Рычаг сломан. И что теперь? Эбби, глянь. Люк. Мэнни, побудь тут. Мы посмотрим, как забраться на крышу. Хорошо. Ну, ты рада, что поехала с нами? Да. Надо будет сказать Мэнни спасибо. Я рада, что я здесь с вами. А то иначе я бы не смогла вам помочь. Слушай, почему ты меня избегаешь? Я тебя не избегаю. Да ладно, мы после Джексона почти не общались. Не знаю. Видимо, меня это тоже потрясло. Что жалеешь Джоэла? Он заслужил даже больше, просто жалею, что приняла участие. Понимаю. Это каким зверем надо быть? Я не это имею в виду. Надо подлезть к этому люку. Ладно. Эбби, подсади-ка меня. Есть идея. Идеи я люблю. Давай, забирайся. Так что за идея? Секунду. Что ты делаешь? Пробираюсь к выходу. Ладно, только не спеши. Что хорошо в беременности? Низкий центр тяжести. Поверю тебе на слово. Перебралась. Давай сюда. Спасибо. Ладно, мы на шаг ближе к люку. Посмотрим. Слушай, это мысль. Чем-то напоминает лодку Оуэна. Он все пытается починить ее. Да. Но говорит, закончит со дня на день. Со дня на день. Каждый из нас чем-то одержим. Я собачьими игрушками. Ага. А я этими дурацкими монетами. Люку можно пройти по мостику. Но как добраться до мостика?
Вот, уже что-то. Как будем действовать? Можно перебраться туда по лестнице. Высоковато. Сильно голова кружится? Особенно, когда смотрю вниз. Вот они. Мэнни! Мы спускаемся. Хорошо. О, дом, милый дом. Мы рядом. Можно срезать путь через депо. Сначала бы с крыши слезть. Слезем. Трудно представить, что ты можешь чего-то бояться. Я не такая уж бесстрашная. Да ладно. Оперировать я бы вот в жизни не смогла. Такой стресс. Вдруг рука дернется. Ты думаешь, я не боюсь, что ли? Ну... Папа всегда говорил, что ты его лучшая ученица. Правда? А то, по твоим словам, он был идиот. Идем. Элис, ну, умничка. Наконец-то вы нас догнали. Ну как, тут все тихо? Ага. Мне это не нравится. Ну, до базы рукой подать. Да. Как вернемся домой, я плюхнусь на диван, врублю мультик и буду пить, пока не отрублюсь.
Да? Что пить? А, какой мультик? Ха, серьезные вопросы. Тот, про девчонку. Como se llama? Верхом на волке. О, я его обожаю. А пить? У меня еще 100 недель мескаль стоит. Не поняла, ты про наш мескаль? Си. Я тебя оставлю. О, я бы тоже хлебнула чего-нибудь. Жаль, что я на сносях и в бегах. Так, интересно. Тут может быть ящик с оружием. Это было бы кстати. Thank you.
Трачу время зря. Чтоб тебя. Черт. Кот подошел. Ну-ка, ну-ка. Какая прелесть.
Ладно, пойдем вдоль путей. Они выведут нас к дороге, идущей к базе. Мне не по себе. Знаю. Смотрите в оба. Через стену перелезем? Я не вижу. Тихо. Вон еще приперлись.
бы! Все? Больше никого не вижу. Надо идти. Сюда. Пошли. Черт, тут тупик. Ладно, поищем другой путь. Ребят, сюда. Давай, малышка. Смотрите, мы почти дошли. Пута Мадре, они рядом. Сюда. Их слишком много!
Их слишком много! Кончаются патроны! Я вам не дамся, психи! Эбби! Готовы? Хорошо, что вы рядом. Хорошо, что мы мимо ехали. Услышали выстрелы. Твою мать! Черт, ты как, цел? Ничего, переживу. Давай. Дай посмотрю твою руку. Погнали! Как можно сильнее, понял? Охренеть. Я даже не почувствовала. Эй, у нас двое. У него пулевое ранение в руку. Держалась молодцом. Почти что комплимент. Иди в лазарет. Элис, стой. Пойдем, нам сюда. Сидеть. Многовато крови, да? Зря мы ее взяли. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Давай, девочка. Это Элис. Пойдем, Элис. Умница. Спасибо. Ух уж эти новобранцы. Я им не доверяю. Еще раз спасибо. Эй, Мэнни, погоди. Ребята, не в курсе, что происходит. О чем?
Мы тут уже третий день, и до сих пор никаких приказов. Тогда вы должны быть нам благодарны за развлечение. С вас причитается. Можешь узнать, в чем дело. Ладно. Только сначала отметимся. Потом договорим. Ладно, спасибо. Это вот к чему вообще? Без понятия. Мы отметимся. Да, привет. Есть для нас что? Нет, ничего. Просто доложиться Айзеку. Обоим? Да. Никогда не видел столько народу. Что-то назревает. Надо найти Айзека. Сначала давай проведаем нам. Я никого из них не знаю. А ты? Вы знаете, как это случилось? Нам ничего не рассказывали. Где ты нарвался? Он сам себя подорвал. В старом жилом доме рядом. Серьезно? Вот именно, что давно. Я бы так не смог. Здорово. Эбби, тебе в кои-то веки понадобилась подмога? Ну, один раз. Эбби, подойди-ка. Да? Слышала про вашу стычку. Где напали? Где-то вот здесь. Рядом со складами. Черт. Уже не первый раз такое. Ты не знаешь, где Айзек? Был здесь пару минут назад. Ладно, спасибо. Пойдем искать. Ну, хорошо уже, что обошлось без выгода. Отек вокруг колена. И начали. Привет. Привет, Уитни. А, привет, Эбби. Как жизнь? Ты в курсе, что тут происходит? Не. Я знаю только, что они отправляют отряд в больницу. За припасами. Обалдеть. Да уж. Хорошая игра. Сложная, но хорошая. И музон тоже клевый. Не буду тебя отвлекать. Увидимся. Сраные видеоигры. Смейся, смейся. Плохо дело, да, док? Как видала, ты умудрил? Видала и похуже. Не шевелись. Да, это шрам. Ладно. Да. Она думала, у меня не показалось. А вот так. Ну что, сделали. Полегчало? Более утоляющее подействовало, так что, да. Держись. Как рука? Почти все пальцы останутся при мне. Братишка, трех тебе хватит. Правда ведь? Чего? Все будет хорошо. Так больно? Дадите что-нибудь. Каждый день будешь делать перевязку. И смотри, не намочи. Ага, все случилось так быстро. Но могло быть гораздо хуже. Помяни черта. Привет. Как ты тут, детка? Еще несколько швов и буду как новенькая. Ребят, убедите девушку расслабиться. Мел, расслабься. Слушаюсь. Мне нужна помощь. Пойдемте-ка со мной. Ладно. Сиди здесь. Буду сидеть здесь. Расслабляться. Нора, ты хоть успела передохнуть? Меня отправляют в госпиталь на западной стороне. Приказали взять с собой все. Как, Мел? Серьезно?
У плода учащенное сердцебиение, но ничего страшного. Надо сказать Оуэну. Он захочет быть рядом. Да. Я покажу вам кое-что. Что? Идемте. Господи. Это все наше? Да. Каждый час привозят новых. Мел, не говори, ладно? Нора. Хотя бы пока. Иди сюда. Кто в том мешке? Вот черт, это Дэнни. Где Оуэн? Не знаю. Несколько дней назад наши обнаружили шрамов у причала. Дэнни и Оуэна послали на зачистку. Сегодня утром охрана нашла Дэнни у границы периметра. Он доковылял сюда с пулей в животе. Чёртовы шрамы из депута! Айзек успел с ним поговорить, но... Насколько я знаю, больше туда никого не посылали. Ну а Оуэн? Ты спросила Айзека, что случилось? Я пыталась. Но он так на меня посмотрел и сказал, чтобы я помалкивала. И вы тоже молчите. Оуэн большой мальчик. Уверен, он в порядке. А где Айзек? Я аккуратно. Я слышала, он был в жилых помещениях. Ладно, я посмотрю, как Мэл, а вы расскажете, что узнали. Да. Да уж. Почему Айзек не послал поисковый отряд за Оуэном? Может, послал, только не сказал Нори. Ну, надеюсь. Нам нужен Айзек. Он внутри. Проходите. Спасибо. Надо же, кто пожаловал. Здорово. Сыграешь с нами? Не могу. Я к Айзеку. Эш, деловой. Я не виноват, что я круче вас. Ну-ну. Увидимся. По этому месту я не скучаю. Черт! Ненавижу этот запах. После того, что было утром, я бы устроила им допрос с пристрастием. Понимаю. Нет. Нет. Нет.
Привет, Эбби. Нам надо наверх. Айзек там. А. Не знаешь, надолго? Велел позвать, как вы придете. Пошли. Сэр, прибыли Эбби и Мэнни. Не давайте ему уснуть. Есть, сэр. Идемте. Мне сказали, вы ввязались в бой. С нашей стороны потерь нет. Только раненые. Врагу повезло меньше. Почаще бы так было. Впервые вижу столько бойцов. Завтра будет больше. Еще не все подошли. А что происходит? Мы больше не можем воевать, как сейчас. Тогда как? Можно заключить перемирие. Но опять какой-нибудь урод с их стороны или с нашей стороны все запорит. Нет. Надо убрать их всех. Сэр, мы пробовали атаковать их остров. Но не так. Не все вместе. Через пару дней будет буря. Она послужит нам прикрытием. Вы двое поведете авангард. Подберите бойцов. Подготовьтесь. Я с Оуэном. Когда они с Дэнни вернутся? Кто сказал, Нора? У ребят из Солт-Лейк-Сити друг от друга секретов нет. Он в порядке? Да вроде бы. Тогда почему никого не послали на поиски? Он стрелял в Дэнни, чтобы защитить какого-то шрама. Это чушь. Не понял. Тебя обманули. Этого не может быть. То есть Дэнни потратил последние силы, чтобы соврать мне? Сэр, если люди узнают, ему не жить. Как только увидят, пристрелят на месте. Тогда советую об этом не трепаться. Отправь меня. Я его разыщу, и мы разберемся. Нет. Но ты сказал, добор еще нет. Два... Второй попытки не будет. И это важнее любого из нас. Уж точно важнее Оуэна. Если он объявится, ладно. Я его выслушаю. Разберемся, что к чему. Ты мне нужна, Эбби. Ясно? Да. Ясно. Хорошо. Посмотри карты и собери отряд. Сходи поешь, потом поговорим. Не мог он убить Дэнни из-за какого-то шрама, правда? Что? Нет, Эбби, нет. Я вернусь к утру, придумай какую-нибудь отмазку. Айзек с тебя шкуру сдерет. Не перед штурмом же. Он сам сказал, я нужна. Если Оуэн вообще жив, где ты собираешься его искать?
Я знаю, где. Тебя прибью. Что? Ну правда, Оуэн, хватит. Ну ладно. Тогда иди сюда, вместе полюбуемся пейзажем. Я вижу. Красиво. А. Эбби, мы забрались на такую верхотуру, и ты струсила на последних двух шагах? Да. Да. Уговор был до сюда. Вот. Давай вот как. Либо ты сейчас сядешь здесь, со мной на краю, либо вот сюда на детское сиденье, и мы насладимся видом. А как же тренировка? Серьезно? Ты что, не можешь один раз пропустить? Нет. Давай это обсудим. Уже темнеет. Да? Ладно. Стой! Ты что, сдурел? Тут высоко! Боже мой! Знаешь, Эбби, я больше не могу так жить дальше. Оуэн, я серьезно. Или мы расстаемся. Оуэн. Я всегда тебя любил. Нет! Оуэн! О, Господи. О, Боже мой, Боже, Боже. Я внизу, тупица. Прыгнула? А я не видел. Думала, ты утонул. И решила меня спасти? Нет. Удостовериться, что утонул. Я нашел кое-что потрясное. Что? Придется тебе плыть за мной, чтобы увидеть. Пора обратно. Ладно.